Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантино. Скажут, что это она опять сидит и ждет. Ребят, а у нас сегодня опять распаковка. Распаковка от нашего любимого Василька. Посмотрим, что там нам пришло. И как оно все хорошо упаковано. Вот сколько раз заказываю, я всегда убеждаю, что упаковано у них всегда хорошо, ребята. Всегда идеально. Видите, внутри еще вот в такую упаковочку сделано. И сейчас с вами распакуем и посмотрим, что же там нам пришло. Я вооружилась такими ножницами. У меня дети периодически заглядывают на Василёк. Говорят, мам, там вот это появилось. Покажи нам. И, ну, как всегда, я им заказываю. Так. Ну, женское нижнее белье я, ребят, извините, но показывать не буду. Но я говорю, да, что я себе на пробу решила показать женское нижнее белье. Так, первое, что я вам покажу, носки короткие женские. Так, размер 36-41, 6 штук в упаковочке. Это вот такие вот. С якорьком, однотонные они, вот такие вот разные расцветки. Носки всегда на лето берем коротенькие. Так, дальше. Носки женские короткие, луна, 6 штук, размер 36-41. Вот с таким вот рисуночком, как будто пляжный, да? И вот такие вот нежные расцветочки. Вот так вот. Такой веер красивый. Дальше, ребят, что я заказала? Я заказала ткань на полотенце. Сейчас покажу, ребята, какую. Хочу сделать сама, какие мне на размером полотенца. Вот такая вот одна тканюшка. Сейчас разверну вам. Вот такая вот тканюшечка. Очень красивые рисуночки получаются, видите, такие. Хочу сама сделать себе большие полотенца. Мне надо на кухню обновить немножко полотенца. Те уже немножко заморались, если честно. Так, дальше у меня тут какой-то кусочек вот такой вот ткани. Это на одно полотенчико как раз хватит. И сейчас покажу дальше, какие тканюшки у меня тут есть. Понравилась мне очень, ребята, тканюшка с перчиками. Посмотрите, как классно. Какие красивые получатся полотенца. Ткани хорошие. Вот чисто полотенце. Даже была ткань большая у меня получается. Тут хватит. Ну, сейчас посмотрим, насколько. Так, ну, на два полотенца здесь хватит вполне. Вот такие вот хочу большие сделать полотенца на кухню, чтобы тазик полностью накрывало. И еще одну тканюшку я взяла вот такого вот формата. Вот с таким рисунком. Очень оно красивое. Очень понравилось. Знаете, такая мягкая тканюшка. Очень понравилось этот рисуночек. Вообще, вот смотрите, какая красота, да, ведь? Очень красивые тканюшки на кухню. Немножко обновочек, как говорится. Ну, иногда кухню надо обновлять. Дальше, что я заказала, ребят? Помните, я себе заказывала черную кофту с капюшоном, немножко удлиненной. Меня Света попросила заказать ей тоже такую же кофту. И я ей тоже заказала, но 44 размера. Сейчас я вам ее покажу. Она очень просила. Вот такая вот кофточка с капюшоном. Видите, удлинено сзади оно. С кармашками. Кофта хорошая, я ее стирала, свою именно стирала. Она нигде не села, она такого же размера осталась, рисунок не стерся. Все хорошо. И вот дочери я такую же заказала, но поменьше размер, 44 размера заказала. Просто меньше там не было, ей бы по идее 42, но она говорит, мам, лучше побольше, чтобы она посвободнее была. Она идет с капюшоном. Вот такая вот кофточка, сзади вот такая вот надпись. И вот для дочери заказала. Она сейчас ушла на танцы. Придет потом, если что, померить, я вам покажу. Дальше, что у меня здесь? Ой,
это прайс-лист. Размер 140, это на Машу костюм. Мама, Маша просила у меня костюм, чтобы дома ей ходить. И сейчас посмотрим, какой костюмчик. С брючками. Вот так, такие вот штанишки. Корона, да? Маша у нас королева. И футболочка. Ой, какая красота. И вот такая вот футболочка. Дома во дворе бегать самое то. Костюмчик, это вот такие вот костюмчики. Она вот сколько вот я заказывала такие костюмы, она дома во дворе бегает в них. Она на ночь, у нее пижама одна с шортами. Потом вот надо, кстати, им как-то пижамки заказать, потому что со штанами она в основном везде ходит. Во дворе везде вот так вот ходит. Вот такой вот костюмчик у нас пришел. Дальше футболка женская. Это я себе футболки заказала. Что-то у меня все футболки, правда, я осталась третья, коротковато какие-то, что-то не то. Решила попробовать заказать себе одну футболочку, посмотрим. Надеюсь, что не сильно короткая. Но вот, вот такого вот плана, темненькую. На лето себе заказала, на выход где-то со штанами одевать. Сзади немножко она удлиненная. И вот такая вот футболочка у меня будет. Обязательно померю и покажу потом вам. Ну, прошито у Василька всегда все хорошо. Мне нравится у Василька вообще одежда. Дальше заказала кучу всего деткам. Сейчас вам все это покажу, и мы с вами посмотрим. Нынче на старших почти ничего нет, ну, кроме Светы. Я имею в виду своих мужчин. Ничего им нету. И поэтому... Так вот, так, это у меня на 6 лет Мариночки, футболка. Но это не просто футболка, ребята, это костюм, вот такая вот футболка. А к ним идут вот такие вот шортики. Вот видите, красивая футболочка, в садик ходить ей сейчас летом самое то. Она сейчас летом юбку редко одевает, в основном в костюмчиках бегает. Дальше еще один костюмчик, но уже на 8 лет, на Оксаночку. Я заказала на лето тоже. Чтобы бегать, вот такая вот куколка. Я даже поближе вам ее покажу. Ой, вот такая вот прелесть. Смотрите, какая красота. И вот такие вот шорты. С бабочками. В комплекте у нее идет. Вот такой вот комплектик. Очень красивый комплект. На лето будут сегодня девочки мерить. Дальше еще один костюм заказала. Опять Марине. Красненький уже с куколками. С куколками она тоже любит очень. Тут с мороженками, с куколками. И к ним же такие идут шортики. Костюмчики сейчас, ребята, у них там недорогие. Выбор костюмчиков летних очень много. Как на мальчика, так и на девочку. Поэтому проходите по ссылочке в описании и смотрите. Также ссылочки оставлю на Инстаграм. В Инстаграме у них очень часто проходит конкурс. Это костюмчик второй для Мариночки. Дальше костюмчик заказала, конечно же, своему Ванюшке. Ванечке в саде костюмчики нужны. Как вы понимаете, он у меня мальчик и любит с машинками, с такими крутыми. У нас наподобие машинка есть в игрушках у него. И вот такие вот к ним шортики идут. Очень хороший костюмчик. Приятная расцветка. Вот знаете, беру всегда футболки, потом меня некоторые спрашивают: Настя, а вот эти вот рисунки надолго хватает? Нет? Да, надолго, ребят. Я стираю всегда при 40 градусах. И вот у меня есть некоторые футболки, которым уже месяцев 5. Стираю я очень часто у них одежду, потому что они мораются, они еще маленькие некоторые. И поэтому рисунок у меня не стирается. Мне очень нравится у Василька качество, поэтому могу рекомендовать. Дальше футболка размер 8 лет Оксаночки, потому что она что-то у нас из всех футболочек стала ребенок вырастать. Я всегда ей заказывала на 7, сейчас ребенку уже 8, заказываю теперь на 8 лет. И вот такая вот футболочка красивая. Голубенький оттеночек, очень классный. Дальше опять у меня футболка идет на возраст 11 лет. Или Кате, или Маше, кому подойдет. Но скорее всего Кате, потому что Маше костюм пришел. Вот такая вот единорожка. По идее, единорожку любит Оксана. Ну, на нее там такого размера не было футболочки, поэтому заказала старше. Ну и последнее. Как я вам говорила, я каждый свой заказ заказываю постельное белье. В этот раз я тоже заказала постельное белье на молнии.
Вот с такими рисунками. Я, конечно, его распакую вам сейчас и покажу. Вот такой вот весь в целом у меня был заказ. Сейчас будет примерка. Если интересно, оставайтесь с нами. И не забывайте, проходите по ссылочке в описании и смотрите, какие обновочки у них там есть. Все, идем мерить. Так, дорогие друзья, показываю вблизи. Вот смотрите, ткань, которая вообще классная. Тканюшки для полотенчик. Вот 4 вида их. 1, 2, 3, 4. Постельная с рисуночками. Полуторка на молнии. Размер все вот указано здесь. Очень хорошая постельная. Носочки. Дальше. Костюм, который я для Машеньки заказала. Очень, кстати, хорошая прошивка. Резиночки все прошито. И футболочка вблизи вот такая вот красивая. Сейчас Маше дадим мерить. Дальше кофта, которую я для Света заказывала. Тоже очень хорошего качества. 2 кармана есть на ней. На молнии тоже очень классная кофточка. Дальше футболка, которую я себе заказывала. Вот так вот у нее, ребят, прошит воротник. В принципе, неплохо, нормально. Так, ну, нижнее белье я вам показывать не буду, я уже говорила. Вот такой вот костюмчик, такая вот собачка красивая, это Мариночки. Вот такой вот костюмчик Оксаночки. Смотрите, какая тут чудесная девочка. Шортики, рисунок вот такой вот. Видите, какой классный костюмчик. Дальше костюмчик опять Оксаночки в садик красивый. Дальше, ребят, костюмчик на Ванечку. Вот такой вот хорошенький. Футболка на Оксаночку. Футболка на Катеньку. Сейчас все они померят и все покажем вам. Так, дорогие друзья, обещала показать постельную. Вот наволочки. Очень красивые 2 наволочки. И вот такой рисунок на простыне с пододеяльником получается будет. Но очень красивый. Аж захотелось вкусненького. Верите, нет? Ну, по качеству мне очень нравится. Я заказывала на молнии. Фотографию еще вставлю. Вот в целом вот такое вот постельное белье. Так что, дорогие друзья, проходите по ссылочке в описании. Как вы видели, товар хороший, качество суперское. Всем рекомендую. Проходите по ссылочке в описании и заказывайте. И напишите обязательно, кто после моих видео что-нибудь себе заказал. Будет тоже очень интересно. Всем всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока.